и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сидит, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист Его не отпадет, и вся елика аще творит успеет. Не таку нечестивее, не таку, но яко прах Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. И путь нечестивых погибнет. Аллилуйя! Скою шаташися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвежем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есим царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой си ты, аз несь родих тя, проси от меня, и дам тебе языки достояние Твое и удержание Твое концы земли. Упасиши я же злом железным, яко сосуды скуденниче сокрушиши я. И ныне, царь, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господеве со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Работайте Господеве со страхом и радуйтеся Ему. Наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блаженны все, надеющиеся на Аня. Блаженны все, надеющиеся на Аня. Аллилуйя! Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение мол Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой! Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой! Аллилуйя! Яко ты поразилась и вся враждующая мевсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. И на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Аллилуйя! И ныне, и присно, и во веки веков.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, и исповедуйтесь, Господи, веяко благ, яко в век милости Его. Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Обышедшие бы душами именем Господним противлякся им. Повем дела Господня. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Смирением достоинство княжеское сокрыше, Богу мудрое явись совету, суховым служением Марфы и Марии Христа почтилась, милосердием, терпением и любовью очистивши, яко жертва праведная Богу принеслася еси, мы же чтоще добродетельное житие и страдание Твое, яко истинную наставницу усердно просится, святая мученица великая княгиня Елизавету, моли Христа Бога спасти и просветите душе нашу. Хвалите имя Господне. Аллилуйя. Хвалите раби Господа.
Слава Отцу и Сыну,
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный,
Господи, сохрани их на многое лето. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий.